Астрахань – замечательный город. Я здесь уже не первый раз. Каждый раз Астраханский государственный университет открывает свои двери для выпускников, для иностранных студентов. Всегда мы тут встречаем своими хорошими друзьями, как петербургские, московские, много. Очень отрадно видеть, что этот форум стал традиционным, и традиционный форум, он всегда, наверное, показывает то, что проблема, она актуальна. Это замечательное мероприятие, которое может объединить и поднять те вопросы, которые достаточно сложно сегодня решаются на мировом уровне. Здесь какая-то отдельная специфическая аура, которая всем нравится и которая вдыхает новую жизнь в те головы иностранцев, иностранных студентов и в том числе и выпускников, которые сюда приезжают. Что объединяет этих, на первый взгляд, разных, представительных молодых людей и серьезных общественных деятелей из разных стран мира? Нет, не бизнес-стратегии или политика, хотя и не без этого. Все они – студенты и выпускники российских и советских вузов, которые в разные годы приехали учиться в нашу страну и полюбили ее всей душой. Теперь они регулярно собираются вместе, чтобы обсудить насущные проблемы и сделать этот мир лучше. Состав участников звездный и солидный. В Астрахань приехали руководители Всемирной ассоциации выпускников, ассоциации иностранных студентов, представители дипломатического корпуса иностранных государств, а также президенты ассоциации выпускников советских и российских вузов в зарубежных странах. Четвертый Каспийский форум особенный. Здесь собрались не только те, кто уже закончил университеты, но и те, кто только постигает азы своей профессии в российских вузах. Год назад, когда мы организовывали Каспийский форум иностранных студентов, мы пришли к выводу, что обязательно нужно объединить эти два форума для того, чтобы для иностранных студентов показать пример, опыт, путь лидерства выпускников, которые закончили еще до них и состоялись в жизни. Это может быть интересным для них примером, и они могут, посмотрев на это все, нацелиться на большие результаты. А результаты заявлены серьезные. Здесь и пропаганда российской культуры и российского образования, и развитие образовательной политики России в направлении международных студенческих обменов, и формирование межнациональных связей, культурных ценностей, толерантности и патриотизма. Ну и, конечно, мотивация деловой активности и позитивная социализация студенческого сообщества. Всегда примером для этого являются учителя, преподаватели. Они, как бы сказать, всегда должны быть тем гидом, которые ведут их через вуз, а потом советником, когда они пойдут работать и не отказываются от своих выпускников. Очень важно, чтобы мы проводили системную работу, начиная от того, как люди получают возможность приехать в Россию отучиться, соответственно, будучи абитуриентами, потом становятся студентами, несколько лет своей жизни вкладывают для того, чтобы получить хорошее образование в Российской Федерации и в дальнейшем уже либо возвращаясь в свои страны, либо уезжая в другие страны для дальнейшей работы, очень важно сохранять вот эту линию сотрудничества для того, чтобы все, что мы наработали за эти годы в плане образования, культуры, сотрудничества, чтобы оно не пропало. И в этом можно убедиться на примере Астраханского государственного университета, который стал как одним из организаторов, так и основной площадкой проведения форума. Важным шагом в укреплении развития международного сотрудничества в области науки, образования и культуры, углубления взаимопонимания и дружбы между народами стало подписание договора между Всемирной ассоциацией выпускников советских и российских вузов и Советом ректоров вузов города Астрахани. Астраханский государственный университет постарался на славу. Очень теплая, дружественная атмосфера, очень внимательный персонал. И хочется отметить, что все эти нюансы способствуют качественной, нормальной, доброй адаптации, когда иностранец, попадающий в чужую страну, в совсем другие погодные климатические условия, социально-экономические, совсем другие уровни жизни, он ощущает себя как дома. Когда иностранные студенты приезжают к нам, им нужно обязательно адаптироваться. И мы их пытаемся адаптировать под нашу среду университетскую.
через несколько лет, когда они возвращаются обратно, им нужно дальше адаптироваться уже еще раз в новую среду. И вот этот опыт, скажем, адаптации выпускников уже в своих странах, они могут получить и в дальнейшем не иметь проблем, иметь друзей, связи и все остальное. Сам Астраханский государственный университет во главе с прекрасным ректором четко осознают эту проблему, четко осознают, что этот вопрос, решая именно в этом городе, привлекает сюда инвестиции. Инвестиции как интеллектуальные, так, я думаю, что даже прямую финансовую даже привлекательность, в том плане, что многие студенты, видя прекрасную работу, прекрасные условия, захотят и хотят приезжать сюда учиться. Здесь же сразу обсудили возможности приема на обучение иностранных студентов, подготовки и переподготовки высококвалифицированных кадров и специалистов, сотрудничество в проведении практик, а также осуществление совместных мероприятий, направленных на активизацию образовательного процесса. Одна из главных задач – расширение экспорта дополнительных образовательных услуг и повышение конкурентоспособности вузов Российской Федерации и их имиджа как известных международных научно-образовательных центров. Образование – это глобальный вопрос, который для образования нужна интеграция. Мы сегодня здесь собрались, чтобы был обмен опытом в области образования, наука, предоставлять нашим странам, для нашей молодежи возможности получить образование за границей, в том числе в России. Имейте в виду, чтобы всегда общаться и иметь связи с выпускниками, для того, чтобы постоянно были в курсе новые технологии, новые методы, новые процессы, потому что знание – это всегда надо следить за новым. И, я думаю, один из важных моментов. Второй – еще иметь очень тесные отношения не только в области науки и, естественно, по специальности, еще общественные отношения. Многие иностранные специалисты, получившие образование в российских и советских вузах, достигли в своих странах высокого положения и признания. Они составляют и формируют государственную, научную, профессиональную элиту своих государств. И здесь очень важно не потерять с ними связь, вовлекая в работу как региональных, так и международных ассоциаций выпускников. Выпускников советских и российских вузов сегодня достаточно по всему миру. Их нужно поднимать. Это вот тот фундамент и база, на которой можно дальше развивать уже новые направления деятельности. Те выпускники, которые хотят, они никогда не откажутся от своей альма-матер. Это очень важно, потому что неизвестно где, неизвестно в какой стране, в каком городе, на каком языке. Кто-то скажет что-то по-русски, на русском языке, сразу есть отклик. Выпускники, они наши народные дипломаты, наши защитники, наши друзья там. И надо с ним иметь всегда контакты, иметь отношения. И постоянно. Главное условие – необходимость регулярного проведения подобных встреч на базах различных университетов в разных городах России, где свое обучение в вузах проходили и сейчас проходят иностранные граждане. Преимущество таких форматов работы – это возможности значительного расширения круга контактов ассоциаций, привлечение новых участников из числа иностранных студентов, которые обучаются в университетах России, личное знакомство представителей ассоциаций с администрациями университетов, с их бытом и качеством образования, с целью дальнейшего заключения соглашения о сотрудничестве. Кроме того, такие встречи позволяют завязать новые личные деловые связи и познакомиться с городами России. Инструмент, который связан с совместной плодотворной работой выпускниками, он очень, так скажем, интересен и очень правилен. Это мы видим, по примеру, в прошлом Советского Союза, когда сейчас прошлые выпускники являются руководителями очень многих различных ведомств, есть даже руководитель целых государств. Это очень важно. И здесь нужно, опять же, самое главное, вот эту системность нужно наращивать обязательно. Надо сегодня расширять связи. И Всемирная ассоциация студентов и выпускников – это во-первых. Во-вторых, объединяет
всех нас – это русский язык. И вот на базе вот этого выстраивать все вот эти взаимовыгодные отношения. Взаимовыгодные отношения создавали в теплой и дружественной атмосфере. В программе форума была предусмотрена работа двух пленарных сессий – «Жить и учиться во имя создания богатства нации и совместного мирного будущего» и «Иностранные студенты, обучавшиеся в СССР и России. Судьбы, опыт, картины мира, влияние на развитие политики и общества». Также участники наслаждались экскурсией по реке Волге и обсуждали значимые механизмы в международных отношениях в рамках трека «Общественная дипломатия. Как ответственное лидерство». С прицелом на повышение эффективности общественной дипломатии России за рубежом и усиление гражданского потенциала российской мягкой силы в рамках форума прошла и школа-семинар «Встреча представителей региональных ассоциаций выпускников». А завершился 4-й Каспийский форум иностранных студентов и выпускников церемонией награждения дипломами участников и концертной программой, которая никого не оставила равнодушным. Русский очень щедрый народ. Очень добрый народ, и никаких разниц между людьми, только по отношению, по поведению и так далее. И еще самое главное, естественно, красота. В России все красиво, от природы, от учебы, от города, от простор такой большой. И это привлекает, и мы как знаем, что красота спасет мир. И знаем, что Россия и спасет этот мир еще раз.